315. Вен снова на мать еблысь, это стакан. Стакан на столе. Кнопка. Кнопка это очень охуенная вообще кнопка на ласта. Нам сегодня везет сраными на мать. То кошка, то фигет минал. Раз и Максимка. Кёрс. Господи, всегда Кёрс. Нет, как это скучно. Как это скучно. Уже, по-моему, три подряд Кёрса нет в этой ставке. Какая скучная ставка. Ну ладно. 3Т88, В1Х1. У нас кнопарь. Ой, Аквариус. Аквариус это забавный айтем. По-моему, до сих пор, по-моему, не все синергии видел с Аквариусом. Его очень сильно переделали. 3-2-2. Тирейд. В принципе, нормально. Короче, очень старт приятный. Очень приятный. Это очень хорошие. Ну, их довольно много. Только нужен ключ. Нужен ключ. Все будет шикарно. Еще хука охуеть. В принципе, не будет ключа, я нажимаю, получается, на Basement 2, наверное, кнопку и все. Не знаю, Максим. Я не помню, что было, что не было. Нет, B1 не лучше. На геймпаде нет кнопки старта на ПК. Чем-то нужно биндить. Потому что мне Forget Me Now, это если я получаю поебало на ласте, я могу выжить. Поэтому в идеале я вообще кнопку не юзаю до сбора ножа. А потом уже можно, например, на Даунпуре 2 поюзать. Там уже похуй не юзать. Когда уже часть ножа будет собрана, что самая опасная часть раны, это ебаный лост. По факту, в рауте на мать, все остальное залупа полная. Ну, кроме ласта. На ласте, конечно, если играть там везде опасно. Тут только, блядь, Mirror World опасный. Остальное все неинтересно. Потому что там можно ошибиться в теории. Опять ты? Все, я уже тебя видел. Ебать, Аквариус его душит. Сильно душит. Господи, Аквариус, конечно, мем. Так, ключ уже нашел. Ты сегодня уже падаешь третий раз за этот стрим. Это удивительно. Это удивительно. Но я даже не против. Пускай падает. Еще ключ. Сунул. Ронси тоже может быть вообще кнопкой, потому что она врагов убивает почти всех мелких. Так, ну в Item Room мы заходим. Нож я не завоюжу. Я думаю, я раньше повязаю. Я прямо сейчас повязаю Black Moon, скорее всего, если будет на что повязать. На этом этаже. Не буду ждать. Я бы на эту руму сейчас повязал Black Moon. Это мерзкая рума. С этими мухами зелеными ненавижу их. И так мне мозг ломает каждый раз. Теми узорами. Вырисовывают. Ну да.
Все, выделал? Наверное, нет. Не помню. Можно не выделал. Да, не особо интересно обычно. Ты можешь взять любой там в игре, зачем там будет? Погоди, у тебя уже все есть. Только в этом случае. Привет, кефир. Так, ключ не тратим. Или тратим. Что бы здесь завысить? Будет один раз сертификат свой, да, один раз повязаешь на второй заряд. Есть подарок. Подарок. Плохо. Не хп. Тьф! Вторая часть, но мне кажется... вторая часть. Ой, это уже дорого, ну ладно. Предположим, я не сдохну от этого. Одна копейка. Вау, одна копейка, это, конечно, не поможет. Вроде здесь. Нихуя не здесь. Схожу в Кёрс. Ну, если будет Габи сразу, будет хорошо. Будет гениальный мув. Ну, это могло быть сразу Габи. Могло получиться. Кстати, съели опять рисунок кота. Снова мы его съели. В принципе, был бы телепорт, я бы, наверное, сейчас бы нажал бы кнопку. Но без телепорта я не готов терять кнопку. Потому что кнопка это тупо сейвит ласта. Это очень важно. Оставлять. Это очень нужно оставить. На случай беды. Беда может прийти... внезапно. Так, костер уже нашел. Бомбы. А ну, смотри, там если этот контракт белого будет, поэтому нормально. Он ни о чем вроде. Еще бомбы. Сейчас в остроумии сегодня тренируется. Любо посмотреть. Где мы синих хп? Их мало. Осторожно. Криминал до ласта я не буду нажимать, я же объяснял один раз. Это оу-щит кнопка на ласта. Теперь я теряю мантию, я нажимаю в китминал. И может быть не умру. Вообще-то полезно вроде.
Звучит довольно полезно, на мой взгляд. Вот такой запасной аэродром. Чтобы не сдохнуть сразу. Страшно, ну? Да, на самом деле, не особо. Там время на реакцию есть. Неправильный. О. О. Интересно. Дай хп, камон. Опции за 15. Я могу подождать, наверное. Я думаю, я могу подождать. Я могу немножко подождать. Мы будем на ластине особо страшная. Что в теории мы будем фулклирить. Если я не проебусь, то это возможно будет фулклир. С кнопкой. А тем более есть карта хорошая на босса. Очень. А, я сюда реально иду, окей. Это было не очевидно сразу, как-то я немного зеркало из виду упустил. Так, ну деньги больше негде высирать. Шина, просто сходим. Ну, нормально. Вот, давай, давай, кушай мой аквариус. Кушай, кушай. Метки, да, я видел, видел, этого мало все еще. Это все еще мало. Эти пиявки душат больше, чем он с этого врыва. Тамагап. Ну что ж. Ну что ж. Поехали. Классно. Классное начало. Начало уже забавное. Как же они, сука, елозят по этой комнате. Кстати, от них-то я умирал в последний раз. В этом стрике. Потому что я еще и заниматься эту голову не увидел. Она там отскочила, сука, от пота. В две стороны, по-моему, отскочила. Я охуел. Так, почему контракт по пилову ничего не дает? Дали ключи. Файн. Я в курсе, но я не хочу рисковать. Тем более снова мусора. Ничего даже полезного нет. Так, 2 копейки. Максимка, не еби мне мозг. Пожалуйста, я тебя не просил ебать мне мозг. Ты не пришел мозг ебать на этот стрим. А лучше так не надо делать. Играй как хочешь. Мне не надо советовать. Которые мне не нужны. Тем более. Просто деньги могут быть. Найс. Почти. Еще 1 копейка.
Найс. Найс. Пошла жара. Какой-то мерзкий рум. В ведре спрячусь. Просто мамбе. Так, а я же убью этого пиздюка карты Пристис, наверное, убью. Ну да. А, ну да. Спидран, да, вроде не особо, просто выйдет обычная рана. Просто нормальная рана. Что было в магазине? Да, я буду это шесать, только не в ласте. Только не ластом. Когда выйду из ласта, зарисую. Так, надо взять опции. И зайти в item room. Ластом? Я не знаю, я буду ластом или нет, но типа, нахуя, если можно быть не ластом. В любом случае. Зачем это проверять на себе? Но может я ластом не буду или буду одну руму. Я скорее всего буду одну руму ластом, скорее всего, как обычно прокает. В основном. Не спас, там был этот. Как его? О, хуя себе. Чемпион Белт. Хотя мне бы тоже не особо нужен. Чемпион Кринж. Спейцы. Нет, с таблетки, по-моему, ничего не появится там. По-моему, нет. Уф, найс. Поехали. Может быть, проверим, но вряд ли. Нет, телепорта уже нет никакого. Я не пойду без какой-нибудь страховки. Опять в зеркало. Хотя у меня токсик шок хороший уже, с другой стороны. Хотя дэмэджа мало. Типа враги не сильно прям умирают. Этого токсик шока. Не сильно он их шокирует. может было, да. О, заебись. Опсы зашли красиво. Не зря мы их фармили. Вот теперь, наверное, враги будут умирать. Наверное. Это, кстати, всего одна рума, лол. Забавно. Всего одна рума до этом рума. Как же мне байтит. Как же мне байтит. О, худший босс этой главы. Ненавижу его. Слишком дерганный, слишком быстрый. Для моих старых мозгов. Так, в принципе, у ласта удача сохранится. Челики реально вроде умирают. Плюс-минус. Халявный. Если ДПС нет, он нихуя не халявный. Попробуй его на БСД уже побить, когда он будет раз 7 в тебя летать. Его очень непредсказуемые паттерны атаки. Я пробовал, типа, там в углу стоять, это нихуя не работает. Я прям пробовал, вчера или позавчера был. Он бывает под такими углами, что нихуя сделать не можешь. Так что это не может быть самый босс халявный по определению, что он рандомная параша. Потому что все боссы остальные, они все абсолютно предсказуемые. Прям полностью, они все, у них все паттерны, все понятные, все читаемые паттерны. У этого говна нихуя они не читаемые. Типа, ты видишь, что он будет атаковать, но куда он полетит, по таким углом ты не можешь знать сразу. Поэтому такое себе. А, хочу ли я это фармить? Хочу ли я это фармить? Вопрос.
забрать ключ. Two of diamonds. Игру прочитал. Как открытую книжку прочитал. Ух ты, бля. Ёбнули. Окей. С этим можно побегать. С этим побегать можно. Второй нож. А можно я... Алло. Это самое. Бомба? Да я найду бомбу. Тут вроде контракт от Белого есть. Мне кажется, ничего не потеряю. Благо это не в руме с зеркалом просто. На том спасибо. Нахуй. Что-то я сыканул. Поздно прочитал, они летят опять. It's like she's fucking five. Ну вот тут я сам виноват опять. Тут сам виноват. Спасибо, Гефест, 100 рублей. Сам у него пошел. Пауза. Пауза прожата. Яйкс, как оно пахнет, треск. Много ключей. Охереть, ладно. Так, но бомбы не, я больше не трачу бомбы. Бан? Возможно, бан. Я нихуя не слышу, что в песне играет. Все что, все осуждаю. Все осуждаем и осуждаю. Девил карта берется. Ладно, походим с удачей, может я смогу сохранить какое-то время. Немного поживет. Флодит. У нас максимальное. О, давай. А! Ну хотя, кстати, нормально. Это я... Я могу все брать, правильно? Это очень хорошая прибавка в ДПС. Так что я думаю, стоит того. Так, это будет обидно, потому что у меня уже в хора. Ну-ка. Мы, конечно, Флорид Кейвс на А+. Комбо такое себе. Скажу вам по секрету. Бомба еще одна остается в запасе. А еще запас есть небольшой. А! Угу. Бомбу хочется въебать, но вроде пока не хочется. Пока живет. А, вот теперь можно. Теперь давай. ХП. А, паук. Хелсбар на мать. Ох, вроде абсолютно пускай будет. Может, маленько поможет по жизни.
ДПС просто охуительный. Жесть. Там вайл карта бытовая. Дикая карта. Дикая нахуй карта. На дикие мемы, возможно. Итак, гони. Итак, нужен. Ну, с файл-картой мы походим. С ней как бы что-то можно придумать. Если сильно захотеть. It's like she's fucking five! 500 рублей. Спасибо, 500 рублей. Эфест. Блин, ладно. Дальше мне уже лень тратить деньги. Деньги? Бомбы. Вижу деньги, говорю деньги. Чем долго умирать? Человек яйца? Если бы. А там что было? Там нихуя не было, да? Хорош. Ну, типа, я прокнул в хору. Это плюс ДПС, тем более будет еще один. На будущее. Вруби, а в смысле? А? Кровосток не хочет играть на Natal Earth. Он вообще нахуй даже видео не открыл. Заебись, надо все опять вручную открывать. Выкидайте странные песни, которые Natal Earth игнорит. Так, а чё там? Там было какое-то хп, подожди. На хп, то есть... Что там было за аркада? А, точно. Ну, сам написал вруби. Я не виноват. Бля, эта анимация, каждый раз буду ее видеть. Ох. Да-да, я знаю, что новый хп, я потом и фармлю. Ой, я съел, удачу съел. Ах ты уебище, тебе 6 тычек мало. Ну ты уебище, конечно. Блять, пол я взял. Ладно, сейчас вроде уже должен прокать, по идее. Хм. Шлюха портативная. В принципе, тоже полезно. Нет, не навсегда. Если получишь дэмэдж, все еще потеряешь. Просто слот освободил под тринкет. Кстати, о тринкетах. Что там был за тринкет? Тринкет. За лупом. Ну-ка. Так, а я же вроде уже почти гапи, да? Сделка. А! Гапи. Два гапи за один стрим. Масса-то. Или три, я помню, два. Найс, найс, найс. Что сразу? Блять, я не саб. Блять, ты не саб. Увы. Нашли новый кринж, походу, для заказов. По-моему, чат даже так с гачей аниме, по-моему, так не кринжует.
Новый уровень нашли. Открыли новый уровень. Чем кринж? Ну типа люди кринж ловят. Мне это вообще похуй. Типа слушают и слушают. И песни, и песни. Поздно побежал. Я больше про реакцию чата. Самая, по-моему, хуёвая рума. Ну, нормально. Более-менее быстрая. Не, а Мерзбоус, кстати, не особо слушаю. Мерзбоус даже по моим меркам это жестко. У меня всего, по-моему, одна песня Мерзбоус, тут только это. Из-за того, что там душные есть и пишут вместе взятые. Мерзбоу даже для меня жестко. В основном. Блин! Ебаный мух. Нет, Фингер, не надо. Пожалуйста, не надо. Пожалейте меня. Удачи пока, удачи пока. Гудбай. А. Фрейленок. Опять конченый магаз, с которым нихуя нет. Много денег. На сделки. А. А. Я думаю, это выгоднее, чем шлюпка. Я на самом деле думаю, что это выгоднее, чем шлюпка. Ну, скорее всего. Может быть, нет. Даже можно, по идее, посчитать. Но это сложно. Это слишком сложно. Так, я могу здесь удариться и потом нажать Филер. А, или так. Или так. Плюс дамаг. Короче, надо нахуй заканчивать, я нахуй умираю, по-моему. Ох, надо заканчивать. ХП маловато. Ладно, 6. Не очень маловато. Сектор газа, скорее всего, вырубит. Там слишком много осуждений, по-моему, будет. В большинстве песен. Слишком не под твич песни. Да вообще уже не надо заказывать, я уже стрим же заканчиваю. Уже ничего не надо сегодня заказывать. Та-дам, последний. Ебать. Не, есть, я знаю, типа, просто там всякие есть. Всякие разные. It's like she's fucking five! Так, мне страшно. Спасибо за 100 рублей, ценитель высокого искусства. Чё-то быстро будет не сильно, по-моему, высокое искусство. А, так это я слышал, ладно. Это я вроде помню. Только опять оно не играет. Ну ладно. Это окей. У! Гэппи глаз! Шикарно. Аж кошка вылезла из подоконника после такого доната. Пошла послушать.
эмоциональная песня. Так, опции пошли. Сложно. Эмпресс. Да, Эмпресс. Я уже не верю в Вайлдкарту. Потерял веру в Вайлдкарту. Тинтит. Ура. У-у-у. Нет. Да, это он, Колдплэйд. Мидбой. Супер Мидбой. Опция. Опция всрата. Бля, что я такое тупанул. Это мне... То ли похуй. Лучше в Кёрсу схожу еще, возможно, по дороге. О, это еще лучше. Один из вообще, по-моему, лучших тринкетов в игре. Мега сейвовый. Это можно опять съесть, будет реально супер мидбой. Максимально. Я забыл название этой песни. Я просто ее слышал, но просто как-то это по названию что-то как-то не торкнуло. Я ее давно тоже слышал, очень очень давно. Очень старые приколы, по-моему. Посол. Не, ну в принципе, конечно, возможно и Vessel. Возможно и Vessel. Возможно. Но, наверное, все-таки нет. Это просто дикая реклама Танян. Окей. Так, ладно. Чем корона же? Ну, у меня и корона будет, и не корона, у меня все будет. Я могу сам решать, типа, это. Что мне делать? Типа, или с короной, или с шлюхой бегать. По большому счету, можно и так сделать. Ну да, корона прикольная, потому что тирейд на гапе хорошо. Так что, наверное, да, оставлю, наверное, корону. Телепорт. Маппинг. Олега. Олег легенда. Легенда меломан. Он бы написал выруб на этот сон реквест, скорее всего. Вероятно. Я заблудился. Я заблудился! Бы идите нахуй! Если дайте мне таран закончится, свалить отсюда. Быстрее. Короче, секрет боссов Корпс 1. Убивайте их, пока они ничего вам не сделают, и все нормально будет. Просто их надо убить до первой атаки этого босса. И эти боссы нормальные. Вот такой есть, короче, лайфхак. Если вы не знали. Как бить этих боссов Корпс 1. Просто надо их убить до первой атаки. И все хорошо будет. Очень, очень просто. Как мне здесь этим рума? Что за говно?
Лол, просто убей, да. Вот-вот именно. Изи. Смотрю. Мать легче любого босса Корпса 1. Я сейчас говорю без шуток. Она легче любого босса Корпса 1. У нее все атаки честные. Абсолютно все. Там типа можно поебало ловить, но по факту там вообще негде поебало ловить, если ты в нормальном состоянии играешь и с нормальным билдом, там можно вообще без урона проходить файт. Мать — это адекватный босс. Мать даже легкая на самом деле. Мне кажется, там не дали это. Килберну, мне кажется, не дали додушить, типа, все атаки. Мистер Макмиллан. Потому что Витнес был пиздец, насколько более ёбнутый, чем мать. Просто в раз 10 на было легче. Вернее, наоборот, мать, типа, легче, чем Витнес. Там такие ебанутые были атаки, плюс рума это странная. Скукоженная, блядь. Это был такой прикол. А типа, боссы Корпса 1, там только Химера адекватная, все остальные просто конченые, просто конченые. Там типа, что Ротгард, что Скурш, просто идите нахер. Просто идите нахер. Но худший Ротгард. Если у тебя нет ДПС, то там просто пиздец. Типа, там только вторая фаза норм, потому что вторая фаза там все вроде должится. Но, сука, первая фаза, видите, это просто забей. Там, блядь, ничего не сделать через раз. Особенно если у тебя мало ДП, там всякие, блядь, бывают всякие личинки валяются, где нужно бегать, еще их оббегать каким-то хером. Да, где эта смашонка фаза, там типа просто bullet hell вообще непонятный. Просто нахуй непонятно, что там, куда бежать. Я так и не разгадал, я пытался, ей-богу, полчаса эту хуйню разгадать, я так и не понял. Там типа можно стоять по центру, и типа можно там просто бегать, но все равно тебя шотают, бывает это, какой-то хуйней. Там слишком много слез. Их слишком там много слез. Ладно. 315. Вроде 15.